Муниципальный этап конкурса «Безопасное колесо» в Ахе проходил традиционно в Доме детства и юношества. Юные знатоки правил дорожного движения из 1, 2, 5, 7 школ, школы села Тунгор и школы-интернат села Некрасовка собрали, чтобы продемонстрировать умение правильно вести себя на дороге. Лучшие будут отстаивать честь Ахинского района на областном этапе. Конкурс «Безопасное колесо» является всероссийским и проходит практически во всех регионах страны. Итак, 6 команд, каждые 4 юных инспектора, возраст которых 10-11 лет. На конкурсе участники представлялись творческие. Каждая команда подготовила небольшое выступление, в котором обыгрывались различные ситуации на дорогах. Вас приветствует отряд из юридовцев, ребят! Активные, спортивные, позитивные, прекрасные. Ведем пропаганду среди ребят, чтобы поведение на дорогах было безопасным. Далее юные инспекторы распределились по станциям, где их ждали непростые задания. Дети проходили мини-экзамен на знание правил дорожного движения, отвечали на вопросы по оказанию первой доврачебной помощи и показывали ее на практике. Делились знаниями основ безопасности жизнедеятельности, водили велосипед по правилам, ну и зарабатывали штрафы в автогородке, где им предстояло преодолеть маршрут, соблюдая требования дорожных знаков. Такой конкурс у нас проводится с целью воспитания законопослушных детей, чтобы они соблюдали правила дорожного движения. Кроме того, они на таком конкурсе показывают свои знания, чему они научились, чему их научили в школе, как они соблюдают правила дорожного движения, насколько их знают. Строгое жюри следило за каждым шагом участников. В составе комиссии инспекторы отделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения во главе с руководителем и медицинские сотрудники Ахинской центральной районной больницы. По результатам соревнований лучшей стала команда школы номер 7. На втором месте ученики первой школы. Завершает тройку призеров команда школы номер 5. В личном первенстве лучшими признаны Максим Еремин, Мария Гореева, Никита Титов, Варвара Булкина, Сергей Утенков и Ангелина Стасеева. С каждым годом в этом направлении у нас становится лучше и лучше. Дети знают гораздо больше, стараются. Но все равно я считаю, что еще есть над чем работать. Победители и призеры соревнований награждены кубками и дипломами. Победитель конкурса будет защищать честь Ахинского района на областном этапе конкурса «Безопасное колесо».